Хотелось поблагодарить и группу фанатов, которая поддерживала команду, и те люди, которые пришли на футбол. Я думаю, что была неплохая игра, и людям понравилось, поэтому хотел бы всех пригласить на вот эти две домашние игры. В принципе, поддержка для клуба очень нужна. Очень много дает болельщик, и когда их очень много, бывает так, что ты сам не машинально, тебя подбадривает эта вся атмосфера, и тебя и ноги сами бегут, адреналин. Для болельщиков многое делает.